Падает. Куда-то падает оно вот. Я не понимаю, в чем проблема. Я надо было помыть немножечко. Ребятулечки мои, всем приветики, всем добро пожаловать на мой каналчик. Сегодня я буду делать макияж из Инстаграма, конечно же. Вы не повторять мой макияжик. Итак, сегодняшний макияж, он вроде бы, знаете, на вид смотрится таким более легким, но посмотрим. Здесь у нас есть такие, знаете, коричневые тени. Потом она, походу, чуть смешивает их с черненькими, да, ну, такая получается очень темно-коричневый цвет, такой очень красивый. Потом она делает такую полосочку вот здесь, вот именно на веке, да, такую, как верхнюю стрелочку. И потом у нас еще идет черненькая стрелочка, да, то есть как бы более классическая стрелочка, вот. И такой прям очень красивый ярко-оранжевый цвет. Я надеюсь, что то, что я намажу, да, типа, ну, потому что у меня есть вот это вот, знаете, из Шейна, этот, как он называется, подводка. Вот, но я не знаю, будет она такая яркая, как на видео, да, на фото, то точнее. Ну, посмотрим, короче, ребятушки. Так, я начну с того, что наношу уже на свои глазики, конечно же, праймер, да, потому что у нас будут теняшечки, и хотелось бы, чтобы они, знаете, такие более яркие мы были. Вот, я наношу, я буквально немножко нанесу. Теперь я уже буду наносить, наверное, консилер уже, да, потому что нам, знаете, нужна какая-то подложка. Так, теперь я уже начну. Знаете, у нее они как будто такие более кремовые, эти тени. У меня кремовых теней нету, но у меня есть шикарные две палеточки. Итак, у меня здесь есть такие вот два оттеночка. У нее, знаете, он более такой темненький, так что я возьму вот именно вот этот вот темненький чуть-чуть так. Вы не обращайте внимания, знаете, то, что у меня палетка такая грязная. Я надо было помыть немножечко. Ну, и буду, конечно же, уже наносить на глазик. Ну, как я, знаете, уже говорила, то, что у нее эти, как называется, тени, они такие кремовые, да, а у меня такие более рассыпчатые, вот. Но будем выкручиваться с того, что есть. Так, у меня что пока что вот так вот получается, я нанесла. Мне не совсем, знаете, такой цвет, как у нее, ну приблизительно, знаете. Вот, и теперь она уже растушевывает это все таким более черным оттенком, да, довольно таким темненьким. Я возьму, наверное, черненький и начну уже растушевывать его, знаете, вот так красивенько по бокам. И вообще, я не понимаю, знаете, в чем проблема? У всех макияжи, знаете, в Инстаграме такие очень красивые у людей глаза, такие, знаете, такие большие. А у меня они какие-то все нависшие. Я не понимаю, в чем проблема. Может, это во мне проблема? Я не знаю. Ну, короче, блин, у людей они такие красивые глаза, а у меня какие-то, знаете, нависшие вообще почти ничего не видно. Ну, короче, я вам говорю. Так, теперь я начну уже такой более пушистой кисточкой вот это все добавлять чуть-чуть, буквально вот чуть-чуточку черного оттеночка, чтобы слегка затемнить сам вот этот вот коричневый оттеночек, и чтобы его так более растушевать именно по глазу. Вот я чуть приближу. Вот так вот у меня получается пока что неплохо. Вот. И теперь я уже буду рисовать вот здесь вот уже такую стрелочку оранжевую, да. Я не знаю, куда я буду тулить, потому что у меня, ну, можно вот сюда. Ну, в принципе, да, можно вот сюда. О, будет красиво. Потому что у меня очень сильно, знаете, у меня очень сильно нависшее веко, вот. И оно постоянно вот так вот, ну, типа, падает. Куда-то падает оно вот. Теперь я уже, я еще пока, знаете, не закончила, потому что она еще должна быть вот так вот, к стрелке уже, вот. Я пока что начну уже делать стрелочки, собственно говоря, и потом уже завершу уже полностью весь макияжик.
Так, ребятульчики, смотрите, я уже сделала вот стрелочки, видите, да? Уже сделала стрелочки, такие некрасивенькие. Вот на меня раз. У нее, знаете, у нее более такие прямые вот стрелки. Мне такие не сильно идут, так что я сделала именно вот такие вот свои любимые, скажем так, формы. Вот, и теперь мне нужно уже сконнектировать вот эту вот желтенькую, да, стрелочку уже с черной стрелкой. И уже так завершить свой макияж уже. Итак, макияж глаз я уже завершила, смотрите, вот я уже реснички сделала, все дела. Вот, осталось только именно там тональник, там бронзер, все это, тут вся фигня. Вот, но вот так у меня пока что получается. Мне очень-очень нравится, получилось очень красиво. Знаете, что я поняла, то, что мне не идут очень темные тени, да, то есть они смотрятся как-то на мне негармонично, что ли, да, то есть я люблю, знаете, такие более... розовенькие, да, были такие нежненькие цвета, вот, ну, неплохо, знаете, неплохо, очень хорошо работа сделана, я ее делала, вот, но мне очень нравится, очень красиво получается. Вот такой мне макияжик получился, ребятулечки, мне очень нравится, получилось очень-очень красиво, я вам приближу, чтобы вы чуть-чуть лучше его рассмотрели, смотрите. Вот у меня такие очень красивые, оранжевые. Ну, знаете, ну, как бы, пока я не накрасила все лицо, да, все сделала, оно выглядело не сильно так, да. Но сейчас прям очень красивые такие стрелочки, все так красивенько. Ну, мне очень-очень нравится, ну, сами оцените. Ребятушки, не забываем обязательно нажимать там все кнопочки, которые внизу, там подписаться, там кнопочка лайкосик, там все, что надо. И увидимся мы, конечно же, с вами в следующем видео. Всем пока-пока!